Приветствую всех зрителей и подписчиков канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике». В сегодняшнем видео у нас обзор на пятерку лучших цифровых угломеров с AliExpress. Ссылки на все представленные товары будут идти в описании под этим видео. Можно будет перейти, ознакомиться и заказать. Первый у нас пятерки. Цифровой транспортир на 360 градусов. Инклинометр. Электронный уровень с магнитной основой. Угломер, измерительный инструмент для строительства. Стоимость с данного устройства 555 рублей. Простенький дизайн такой, да, то есть кнопка включения-выключения и кнопки измерения. И небольшой дисплей, на котором показываться будет угол измерения. Также есть вот такой вот металлический крепеж дополнительно, да, для того, чтобы спокойно ставить его, да, и либо же примагничивать, если на какое-то основание магнитное. Что касаемо характеристик, да, то ниже есть раздел «Общая информация». Здесь можно более подробно ознакомиться со спецификацией, также с более какой-то подробной информацией, да, какими-то особенностями конструкции. Также есть раздел «Характеристики», да, где чуть менее обширно расписано, но все же имеется какая-то информация по товару. Поэтому по каждому товару, который мы с вами будем рассматривать, ниже под названием товара и фотографиями есть вот такой вот раздел. Что касаемо отзывов, то данный товар приходит без батареек, маленький, компактный, небольшая инструкция есть, написанная на английском языке. И, соответственно, магнитик, да, то есть все работает, вот можно видеть, данный нож при магнителе показывает угол. Работает отлично, как бы хоть все на английском языке, но все же можно разобраться. Следующий у нас вот такой цифровой угломер с магнитным основанием, тоже на 360 градусов показывает, плюс-минус 1-2 градуса уровень погрешности. Небольшой дисплей с подсветкой, можно увидеть, да, даже в темное время суток, какой угол наклона показывает. Очень удобно, да, соответственно, здесь примагнитили и устанавливаете любой предмет, не нужно будет держать сам угломер, да, в руках, он будет у вас держаться самостоятельно с помощью магнита. Здесь можно выбрать разную расцветку, потому что есть с черным дисплеем, да, есть с зеленым, также есть красное основание, серое, плюс еще есть дополнительно здесь с уровнем, здесь можно уже выбрать. И заходя из этого, немножечко меняется стоимость, но не сильно, все стоит в пределах 600 рублей максимально. Отзывов здесь достаточно, пишут, что в принципе неплохой товар за свою стоимость и довольно-таки быстрая доставка, поэтому за свои деньги продавцы, данного продавца покупатели рекомендуют для того, чтобы у него приобрести данный товар. Следующий у нас вот такой вот электронный угломер с подсветкой тоже, с цифровым дисплеем, всего две кнопки имеет, кнопка включения-выключения и кнопка сброса. Работает от двух батареек типа 3А. В комплектации идет небольшая сумочка для переноски, также инструкция по эксплуатации, отвертка и все доставляется в коробке. Стоимость данного товара 400 рублей. Отзывов здесь немного, но в принципе пишут, что, во-первых, упаковано было хорошо, товар доставлен был без дефектов, и по факту он соответствует полностью описанию, тому, как было указано, да, даже здесь вот такая сумочка с липучкой. Поэтому данный товар полностью оправдывает ожидания, тем более за такие деньги. Следующий у нас цифровой угломер с магнитным основанием, 4 на 90 градусов. Есть несколько кнопок на самом устройстве. Кнопка включения-выключения, да, кнопка сброса угла наклона и кнопка полностью сброса и также включения подсветки. Также идет с магнитным основанием, габарит его 55 на 55 мм, маленький, компактный, удобный для того, чтобы его переносить с собой в кармане, скажем так, да, в процессе выполнения каких-то работ строительных. В комплектации идет небольшая инструкция, также отвертка и доставляется все упакованное в коробке. Стоимость данного товара 562 рубля. Как пишут покупатели, что это отличный товар, батарейки были в комплекте.
Также отвертка в комплекте, что сразу удобно, да, установить батарейки, не нужно будет искать. Удобно, что одна сторона с магнитом, поэтому можно с легкостью выбрать любой уровень наклона, да, и установить данный угломер для того, чтобы измерить. Ну и последний у нас пятерки, вот такой вот угломер 200 мм, цифровой инструмент, цифровая шкала, да, то есть он имеет как раз таки не только небольшой дисплей, но и так называемую линейку в комплектации. Здесь кнопка включения-выключения и, соответственно, показывается угол. Данным измерительным прибором можно будет измерять только углы, да, на которые можно будет либо держать самостоятельно данный инструмент, либо же класть его на пол, допустим, для того, чтобы измерить какой-то угол. То есть магнититься он в данном случае не будет. Здесь идет вот такая вот защелка, да, открыта либо закрыта, и, соответственно, доставляется вот в такой вот пластиковой упаковке при транспортировке. А здесь можно выбрать, в зависимости от размера линейки, будет меняться и стоимость. Минимально 466 рублей. Отзывов здесь очень много, пишут, что неплохой товар, хорошо было все упаковано, батарейка единственная в комплектацию не входит, как бы, да, здесь нужно будет вот такую круглую батареечку приобрести, для того, чтобы настроить данное устройство. Ну и плюс как раз таки все работает, показывает угол наклона, да, и полностью выполняет свою задачу, да, как написано в описании. Вот такая вот пятерка у нас угломеров электрических получилась. Все представленные товары идут с AliExpress. Их ссылки в описании под этим видео, можно будет перейти, ознакомиться и заказать. Также не забудьте подписаться на канал «Все о стиральных машинах и бытовой технике», оставить комментарий, оставить лайк. И всем до новых встреч. Пока-пока.